Нижегородский боец муай-тай Сергей Прохоров стал победителем главного боя летней серии турниров Emerald Fight. Своего оппонента Александра Морозова из Йошкар-Олы чемпион Нижегородской области победил нокаутом в первом же раунде после удара рукой в корпус. Наш тай-боксер стал обладателем почетного трофея чемпионского пояса имени Героя России Виталия Антонова. Эту победу я хочу посвятить своим друзьям. Никите Максимцу, брату Владимиру Прохору и Алине Янковской. Они участвовали в моей подготовке больше всего. Вот я им очень сильно больше благодарен. Следующая цель у нас – Кубок России. Кубок Содружества, Кубок России, выступить там, занять первое место надо. В рамках летней суперсерии Emerald Fight 2024 прошло три турнира. В июне вечер профессионального муай-тай состоялся в Красных Баках на арене ФОКа «Богатырь». В июле турнир в спортивном комплексе «Рось» принимало Кавернино. И финальный этап, посвященный празднованию Дня физкультурника, прошел 10 августа на стадионе Нижний Новгород. Все турниры проводились при поддержке Министерства спорта Нижегородской области и Департамента физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода. Сам присутствовал на боях, это было действительно зрелищно, потому как и федерация проводит совместно с Emerald Fight классные турниры, очень зрелищно, необычно. Это уникальная площадка сегодня для спортсменов, как и любителей, да, там, перейти в профессионалы. Некое такое снятие того потолка, который сегодня есть у спортсменов высокого класса, да, когда они достигают действительно высоких результатов. Ну и дальше идет вопрос по поводу туда, куда идти, чем заниматься. Да, и вот как раз эта площадка сегодня дает такой шанс им дальше продолжить свою спортивную карьеру. Проведение турниров – это самый как бы хороший способ развития единоборств. Потому что когда люди видят бои и видят вот эту вот ярко оформленную картинку по телевидению или вживую, то, конечно, и дети хотят прийти. В планах у Нижегородской региональной федерации муай-тай проведение осенней серии турниров. Главным поединком станет бой между Айком Даниэляном и Андреем Дудиным. Победитель займет лидирующее место в рейтинге Emerald Fight. Служба информации, Николай Панченко, Илья Денисов.